Всем привет, вы смотрите канал About Android. И в этом выпуске я расскажу об игре Edge of Lords от компании Nival. Это та компания, которая выпустила всем известный Prime World. В этой игре нам предстоит выступить в роли Демиурга, который творит, скажем так, новые миры, вернее, осколки этих миров, которые были разрушены. Помогать нам в этом будут армия существ трех разных рас. Точно не знаю, как они называются, но они представлены стихийно. Вода, огонь и лес. Первый мир я уже, в принципе, отстроил все плиты. Сейчас покажу геймплей на втором. В принципе, довольно-таки интересный. Представляет собой битвы 3 на 3. Создание армии нашу можно менять всячески. Можно усилять наших существ. В общем, сейчас вы все увидите. Битва за материю. Бой. Наша армия перед началом можно всячески менять, как нам удобно. У существ разных рас при определенном балансе есть преимущество. Вот хаоты наносят дополнительный волн металлом, металлы кинетом, кинеты хаотом. Вот такие вот дела. У нас, в принципе, такого нету. Кинеты хаотом. Существ можно менять другим тапом. Вот моя армия. Ну, вот эти, которые представлены, они самые сильные у меня. Поэтому я драться буду умение. Сначала происходит как десантка. Просто, грубо говоря, автоатака. А дальше у нас есть возможность применить одно из наших действий. Ну, я выстрелил птичку. Плюх и нет. Потом опять происходит обмен с атакой. Значит, полечим случайно персонажа, усилим его атаку. Графика довольно-таки живая, сочная. За боями интересно смотреть. Что мне нравится, что во многом зависит от нас исход боя. То есть не так, как во многих играх. Мы собрали армию, и они сами там дерутся. Тут мы все-таки свою армию управляем. Также следующих, от мира к миру становится все сложнее, поэтому очень много надо времени уделять усилению своих существ. Вот мне в новом мире дали таких хороших людей. Я решил пофармить предыдущие миры, чтобы как-то усилиться. Ну, для этого мира у меня армия довольно-таки сильная, поэтому, думаю, нет проблем. Не должно возникнуть. Всем любителям жанра стратегии рекомендую к установке. Ссылки вы, как всегда, сможете найти под видео. Также не забывайте ставить пальцы вверх. Это мотивирует на создание новых видео. Также пишите свои комментарии. Не забывайте подписываться на канал. И надеюсь, до новых встреч. Пока.